нас были непроверенные приборы учета общедомовые. Два сезона. Мы кричали на весь Краснодарский край, и на жилищную инспекцию, и на губернатора. И в итоге только жилищная инспекция вот в присутствии собственников произвела проверку и якобы признала, что приборы учета уже поверены. Но раз поверены приборы учета, где же начисления тогда поквартирные, общедомовые? У нас начисления идут по нормативу. Как шли по нормативу, так и идут по нормативу. Вот смотрите, лежит бабушка у нас. Бабушка лежит после инсульта. После инсульта она вообще не встает. Я гуляю с ее собакой. Посмотрите, ей начислено 83 тысячи. В однокомнатной квартире зарегистрирована одна. Это УК «Авангард». На сегодняшний день в УК «Авангарде» ресурсоснабжающую организацию АТЭК составляет долг 18, ну я не буду, с копейками, около 19 миллионов. Так как мы выведены в УК «Авангарде», осталось два дома, долг этот весь ложится на два дома, потому что остальные дома, они ушли в ООО «Авангард». То есть все, они ушли, долги на нас сбросили. Сейчас будут тянуть эти долги два дома. Так куда же мы должны платить? Мы рады заплатить. Напрямую они напрямую не платят. Напрямую нас не берут. Напрямую. Водоканал мы платили напрямую, но не зачисляет, не минусует эти расходы. А «Авангард» не согласен сейчас пересчитывать эту холодную воду, хотя она у нас оплачена. Электроэнергию тоже он платит. Электроэнергию мы успели. Мы успели заключить прямые платежи с НЭСКом. Мы успели, мы поменяли счетчики, а если бы мы электроэнергию не успели сделать напрямую, значит, у нас бы сейчас был обрезан свет во всем доме. То есть у нас долги, он бы нас просто обрезал свет и все.